Во главе колонны губернатор Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов, мэр города Евгений Первышов. Как отметил глава региона, этот весенний праздник уже много лет объединяет всех людей, независимо от возраста и профессии. Сегодня в шествии приняли участие 56 тысяч человек. Традиционно жители Кубани его встречали повенесенним, с настроением и верой в том, что и год, и будущее будет такое же светлое, яркое, как сегодняшний праздник. На самом деле это праздник нашего детства, это праздник нашей жизни. Это праздник, который позволяет нам верить в то, что в нашей жизни будет и в жизни наших детей, и последующих поколений все хорошо. Это ж праздник единства, единения. Вот сегодня посмотрите, какое огромное количество людей собралось для того, чтобы продемонстрировать свою сплоченность, свое единение, свое желание сохранять эту жизнь, приумножать.